повезти. Сейчас Цветакович на подаче, капитан сербской сборной. Гамова у нас отыгрывает по блоку, естественно, на нее передача следует. Ну и еще один сетбол сейчас остается у сборной команды Сербии. 23-24. Подает Любовь Соколова. Ну и сербских болельщиков, вы знаете, там слышно более чем. Кричат они Сербия. Очень много сейчас эмоций на площадке. Ну и чудом практически этот мяч могли предплечьем попытаться сыграть. Сербская защитница сейчас пыталась этот мяч поднять. Ну и, по-моему, Гамова сейчас показывает, что два очка чисто моих сейчас. И очко на блоке действительно и предыдущая атака. И показано, по-моему, сейчас соперницам, что знать, как иметь дело со мной. Ну, вернется Катя, мы спросим ее при случае. Возможно, какие-то есть у нее личные отношения, хотя очень дружелюбно она, по-моему, показывает сейчас соперницам. Тем не менее, очередной сетбол сейчас снимается сербская команда. И третий сетбол уже. 25-24. Напряженнейшая концовка третьего сета. И та сейчас защитит этот мяч сербская команда. Но вот здесь уже не успевает, к сожалению, этот мяч поднять. Выкладывается сейчас Бранкацевич и все игроки обеих команд. Посмотрим сейчас Наталья Алимова на подаче. Четко абсолютно действует сейчас либеро. Доводка идеальная, но тем не менее не забивает этот мяч сербки. И еще раз уже значительно менее выгодной позиции атакует. И тут же еще один блок. На этот раз в исполнении Меркуловой, которая там Гамова вместе помогала. Но очень неприятная сейчас расстановка. В очередной раз высоченный блок наших девушек. И сейчас, конечно, очень непросто заниматься. Очень непросто сейчас сниматься сербским нападающим. Наталья Лимова продолжает подавать. Уже сетбол 26-25 у сборной команды России. Очень грамотно сейчас по блоку, откровенно по рукам отыгрывал сейчас Николич. Уходит она сама подавать. 26-26. Отправляется Куликова с этой подачей. И на Гамову тут же следует передача. Есть еще возможность у сербок атаковать. Из задней линии уже скидка следует. На этот раз Шишенина сейв в защите демонстрирует. Закрывает сейчас блоком Куликова. Ну и крайне неудачно сейчас, по-моему, спасают нашу команду. Кто-то из сербских девушек. Потому что ваут мяч улетал. Один из самых длинных розыгрышей, наверное, мы с вами наблюдаем. И все-таки, как это нередко, откровенно говоря, бывает в исполнении. Нападающий удар в исполнении Екатерины Гамовой. Именно она завершает самые тяжелые розыгрыши в нашей команде. Ну и празднует сейчас очередной сетбол нашей команды. Празднуют сейчас наши девушки. 27-26. Ну и Гамова на подаче наверняка будет рисковать. Да, но подает довольно сильно ваут. И откровенно не уверенно сейчас на подаче себя, очевидно, чувствовал Гамова. Откровенно не получилось. Не получился этот элемент. Ну и посмотрим сейчас Стефана Веркович. Справляется с ее планером. Ну и Куликова пробивает мощно, не замечая фактически блока. 28-27. Но видимо, что Зоран Терзич негодует по поводу несобранных действий своего блока. Сейчас фактически на одиночном блоке Куликова нападала. Сама же на подаче. Ну, тут усилиями Николич. Даже странно, что сейчас первый темп наши блокирующие ждали. По-моему, явно стоило ждать именно из четвертой зоны атаку. Ну и в линию Николич отворачивает очень неплохо. Ну и Бракотевич на подаче. Подача не очень неприятная. Ну и сейчас Шишенина неплохую передачу из не самой простой ситуации выполняет. Тем не менее, все-таки пробивает Бракоцевич сама же из второй зоны. Как вот в том эпизоде, когда
в середине сета удалось сербской команде догнать наших девушек. И сейчас опять же после собственной подачи с двойки нападает Брукацевич. И сейчас очередной сетбол уже у сербской команды. 29-28. Кабешева летит подача. Ну и отвечает Соколова очень четко. 29-29. Не желает этот сет уступать ни одна из команд. Напомню я, что вот в предыдущем сете с счетом 25-23, когда очко в очко шла концовка, выиграли все-таки сербские девушки. Значительно более уверенный первый сет остался за нашей командой. Ну а сейчас третий сет, 29-29. И ничего пока еще не ясно ни в этом сете, ни в этом матче. Опять Соколова атакует в линию. И опять удачно капитан нашей команды. И очень сейчас грамотно несколько раз действует. Ну и показывает сейчас Зоран Терзич, что своим подопечным, что ну как же вы не ждете эту атаку в линию. Посмотрите, сейчас опять не успевает руки снести Марина Агнежевич. От нее этот мяч попадает еще и в площадку. Мало того, что касание было. 30-29. И Николич опять мощнейшая атака задней линии. Опять по направлению Гамовой, которая не успевает этот мяч поднять. Ну и посмотрите, как мощно атакует абсолютно в таком атлетичном очень стиле Николич. Она так и спереди линии, естественно, атакует. Но пытается этот мяч после атаки аналогичный абсолютно в исполнении Гамовой. Пытается этот мяч вытащить Сюзанна Себич. И очень неплохо она позицию убирает, но чуть-чуть не удается ее обработать. Отлетает на ту сторону мяч, на сторону нашей команды. И чуть-чуть вал. И сейчас Марина Шенина на подаче. Я уже сбился со счета, по-моему, 31-30. Да, действительно, 31-30. Ну и ошибается сейчас. Что сейчас творит связующая сербской команды? Судья показывает, что пытается сейчас оспорить с судьей эту ситуацию. Капитан сербской команды, но тут мы четко видим, что не было касания блока. И очень четко прижала фактически к тросу этот мяч. И Зоран Терзич...